Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем очень интересный видеоролик, связанный он с Джаггернаутом. Ребята, буду я записывать с легендой, поздоровайся. Здорово. Вот, ребят, записываю я на канале Алексея. Кто не понимает, почему же я именно на его канале записываю, можете чекнуть видос по ссылочке в описании. Вот, а мы сегодня, ребята, будем страдать очень интересной фигней. Дело в том, что мы с легендой, короче, сейчас только что закликались на одну карту, и у меня есть 10 золотых ящиков. Я не знаю, на Джаггернауте, как мы уже выяснили, голды вроде как бы кидать нельзя, поэтому сам я их ловить не смогу, но зато у нас может это все дело делать легенда, поэтому как только он становится Джаггернаутом, мы сразу же берем и сбрасываем золотые ящики, ну а легенда, соответственно, пытается их поймать. Так, ну что, легенда, погнали? Да, погнали! Как ты думаешь, вообще нам удастся хотя бы раз его убить? Потому что, когда это все делаешь без видеоролика, то есть это вообще изи. А когда это с видосом у тебя происходит, то есть там какие-то геморы вообще начинаются, что-то такое непонятное происходит. Так, легенда, брат, ты где его бьешь? Да. Я видел, как ты его начал бить. Ну, почти, братан. Я думал, ты сейчас убил его. Чего? Я думаю, мне показалось, что ты его убил. А, не-не-не. Там, короче, в итоге завалил его вот этот фрезяра. Не, ну видишь, как изи его убивать, так что нормально сейчас. Мне просто это, что повезло. Ну, по факту, да. Так, он уже овердрайв использовал, значит, у него не так много хп. Так, где он где находится? Сзади, где только мы его убили, немножко за верхним. Все, я понял. Так, ну там еще голд падает. О, так, он едет на одну из баз, то есть там, где флажочек падает. Блин, где это? Давай, тащи, 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 тащи. Да. Давай, разматывай его, разматывай. Ну. Ёбка. Че, он тебя унизил, да? Да, унизил просто. Ну, бывает, братан, бывает. Это фиаско. Так, блин, я его завалил. Ну, как раз таки сейчас, ребят, протестируем. О, и я тебе скажу, когда у меня хп мало останется, то есть, чтобы ты меня слил. О, да-да-да, давай-давай-давай. Натуре. Так, так, а золотые ящики можно кидать на Джаггернауте? Блин, нельзя. Можно! Можно! Серьезно? Да! Да! А где? Где? Не знаю, давай я еще один кину. Вот, один здесь. Один здесь. Давай, законтролим, короче, этот золотой ящик. Давай. Я сейчас еще, ребята, один скину. Так, вот этот, ребята, мы ящик золотой контрим по-любому. То есть я его беру, это 100%. Если что, я как бы могу просто всех раскинуть своим овердрайвом. То есть это на самом деле изи делается. Так, ну шо, братаны, давай. Смотри, что могу. Смотри. Хуба! Просто, братан, на изи. Охренеть. Блин, так, давай ты еще попробуй меня убить. Так, у меня еще остается довольно-таки нормальное хп. Не, пускай бьют, пускай бьют. Давай, стреляй. О, да, братан, мало осталось, блин! У меня просто 0 хп оставалось. Просто 0 хп, окей. Так, блин, ну... Черт возьми, меня сейчас переполняют какие-то дикие эмоции. Ты понимаешь, да, что на Джаггернауте у нас можно кидать золотые ящики, алло! Топ, вообще топ, реально, я не знал. Я думал, аптеки нельзя жрать, минки тоже нельзя. Да-да-да, я на самом деле тоже так думал. То есть мы, ребят, перед видеороликом с легендой на самом деле здесь говорили и такие думали, а что вообще можно на Джаггернауте золотые ящики кидать? Мы такой посидели, порешали, ну смотри, аптеки как бы кушать нельзя, да? Понятно, мины ставить тоже нельзя. Ну, естественно, мы подумали, что золотые ящики кидать у нас это тоже, знаете, такое будет немножко нечестное действие. Но, блин, не убил его. Хотел опять золотые ящики покидать. Ну, это жестко, это жестко. Так, я, кстати, на 0 хп. Может, меня немножечко... А, все, меня уже немножечко постреляли. Вот он. Давай, давай. Ну, на самом деле, смотри, ты его тоже убивай, потому что, когда ты будешь Джаггернаутом, я тоже буду золотые ящики кидать, чтобы, короче, ловить их. Все, я понял. Все, давай. Просто, ребята, в 2 очка это все делается намного, я так думаю, проще. Плюс мне еще повезло с тем, что... Ух ты, нифига себе, смотри, он на матрице. Хорош. Давай, давай, я прям сразу кидаю золотой ящик, прям несколько золотых ящиков. Так, смотри, мы просто ищем какой-нибудь из этих золотых. У тебя где-нибудь есть? Нету, у меня нету, короче. Так, вот один на мостике есть, братан. Есть сюда на мостик? Вот это большой мостик? Вижу, это мой. Давай. Это мой. Давай. Давай, легенда. И shift не забудь, ты всех откинешь. Давай. Да мне и shift не надо. А, ты и так взял его, да?
Красава, просто красава. Короче, давай, типа, цель такой. 4 минуты держаться вообще до конца боя. Давай, я еще, короче, голдики буду непосредственно кидать. Давай. Вообще топ ролик. У меня есть, в принципе, ребята, есть еще эти золотые ящики, поэтому можем себе позволить просто такую тему взять. А, так, голд, походу... он у нас, смотри, как далеко. Не-не-не. Короче, на него мы не будем обращать внимания. Смотри, да, смотри, не хочу, какой красивый, здоровый Рамон 2 Ван Дамма. Я колумбалитика, Вася! Ой, ты еще меня от себя отдаляешь, а? Сзади. Так, давай я еще один золотой ящик кидаю. Мне надо убивать, чтобы оверы были. Да. Давай, короче, ну смотри, я скинул еще один золотой ящик. Сейчас, в принципе, я не знаю. А, он будет где-то на центре. Убей меня. Я на нулях. Unstoppable. Так, короче, сейчас резнемся опять. А где будет золотой? А, вот, все, взял золотой ящик. Так, окей. А, он здесь, оказывается, был. Ладно. Давайте, ребята, кидаем еще одно золото. И он у нас будет на центре. Слушай, а давай, когда я, короче, последний кину, ты прям за ним поедешь. Давай. Смотри, у меня сейчас еще один золотой ящик. То есть, этот сейчас не едь пока за ним. То есть, за этим я сейчас за анимешкаюсь. Попытаюсь забрать его у диктаторов вонючих. Так, диктаторы вонючие. Блин, немножечко мне не получилось забрать. Так, давай разноси. Блин, ну это на самом деле очень изи. То есть мы по факту законтролили вообще всю биту. У тебя уже 30 киллов, что? Так. Давай, я, короче, кидаю золотой ящик еще один. Убийца! Нет! Блин, да серьезно, мы какому-то сейчас чуваку просто фри голд подарили. Ты в курсе, что он сейчас может у нас просто унизить и забрать этот золотой ящик? Блин, я как-то, короче, один промахнулся и типа все, овер. А, вот, вот здесь, смотри, возле двух домиков. Блин, если сейчас Джаггернаут сюда подъедет, это будет фиаско, братан. Это просто будет фиаско. Это с салютом нормально люди стрелят. О, я забрал. Серьезно? А почему Джаггернаут даже не поехал за голдом? Он что, овощ? Вадим, Вадь. Че? Это настолько топовый видос, тебе не жалко у Лёхи снимать? Да я, ребят, в принципе не жалко, то есть нужно что-нибудь такое вот прямо отдавать именно Алексею Админчику, потому что у него сейчас такая не очень легкая ситуация в жизни, поэтому ролики нужно записывать тоже уникального такого рода. Так, а у нас какая-то лобла, что ешь, как у него, лобджа, или лобла, или лобжа? Окей. Так, ну он, в принципе, там неплохо, смотри, все это дело контролит, но он совершает главную ошибку, то есть он долго стоит на одном месте. Смотри, на одном месте на Джаггернауте стоять — это такое себе решение. Это он тебя так унизил? Тебя как женщину какую-то швырнули. Охренеть. Кстати, он меня сейчас тоже немножечко так пошатнул, но я, в общем-то, держусь пока. Так, дружище, Фриз, ты мой родной, давай мы с тобой будем жить дружно. Ой, как же меня бесят овощи, которые пытаются сейчас меня завалить. Я, главное, им здесь на карте скинул 10 золотых ящиков, а они меня еще смеют унижать, смеют бить. Это что вообще такое, а? Вы не прифигели ли? Не, реально, видос просто топ получился. Да, ребят, за это тоже однозначно завозите лайкочки, потому что, ну, действительно, что-то такое прикольное придумывать с этим новым корпусом. То есть, пока у нас есть такая возможность, надеемся, что администрация там как-нибудь разрулит и дадут возможность все-таки создавать этот уникальный танк у нас в Про-битве. Ты, братан, прикинь, сколько можно придумать рубрик в Про-битве с ним? Ага. Это вообще просто жесть. Это вот можно, допустим, М0 против Джаггернаута снимать. Это вообще просто так офигительно. Джаггернаут против там все. Короче, вообще будет. Да, я говорю, ребята, идей просто куча, идей просто море. Ну и надеюсь, конечно, этот режим у нас такой уникальный позволит создавать, чтобы было прям все очень-очень круто. Так, ну в итоге с тем, что мы покидали золотые ящики, легенда у нас на первом месте, плюс у него еще и рельсуха прокачанная, то есть полностью под М3 и викинг в качестве довольно-таки неплохо, то есть у него Джаггернаут был тупо М3, очень-очень сильный, и видос получился, ну, прям вах, детка. Вот это реально, вот просто респект, просто пацаны обязаны лайк за это, просто не знаю. Да, ребята, здесь лайкосик по-любому прям ваш очень-очень нужен, и опять же, кому понравился данный видеоролик, не забывайте ставить ему лайки, также подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Ну а с вами был Вайдер и Легенда, всем пока-пока. Пока, ребят.